Центральным событием акции, которую привели волонтеры «Инсайта», стало химическое шоу. Взрослые дети с интересом наблюдали за ходом экспериментов, которые демонстрировали, как вредные вещества попадают в организм человека. На химических шоу очень наглядно можно показать, что, например, происходит с человеком, когда он употребляет вредные вещества, вредные бактерии, там, в пищу или еще как-нибудь их употребляет. Главный вопрос, который задавали волонтеры посетителям торгового центра – что такое здоровый образ жизни? Для того, чтобы собрать как можно больше ответов, установили баннер, на котором любой желающий мог написать свое мнение. Могут описать, какой их здоровый образ жизни, что по их мнению здоровый образ жизни. Это отказ от вредных привычек, это бегать по утрам, просто гулять, заниматься спортом и так далее. Еще одна большая социальная цель, которую преследуют волонтеры «Инсайта» с помощью жителей города – составить перечень самых главных человеческих ценностей. Сейчас мы разрабатываем линию баннеров, которые будут социальными, которые будут располагаться в нашем городе, где как раз эти ценности будут представлены. То есть важная ценность жизни – спорт, важная ценность жизни – культура, важная ценность жизни – семья. И это будет такой вот, так сказать, серия таких баннеров, которые как раз будет и транслировать, какие же ценности у нас в городе, у наших людей, у наших саровчан. За час мальчишки и девчонки из «Инсайта» успели опросить несколько десятков человек. Все полученные данные ребята обработают, и самые лучшие высказывания появятся на баннерах, которые украсят улицы Сарова уже в ближайшем будущем. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Сарова 24.